Всем привет! Сегодня будем корректировать вот такую фотографию в Darktable. Ну, основная задача — вытащить небо. Вот, потому что... Ну и так чуть-чуть поконтрастнее сделать. Так, для начала включаем коррекцию объектива. Вот тут он у нас автоматически узнается, распознается. Вот. Следующий шаг — сразу градиентный фильтр применим для неба. Вот. Побольше, поплотнее. Вот. Хорошо. И дальше идем кривые. Вытащим гистограмму к центру. Вот, и будем делать, повышать контраст, в общем. Так, темный у нас здесь, светлый здесь. Так. Так, море здесь. Можно еще немножечко. Это сильно. Посмотрим выбитые пересвеченные у нас. Ну, в принципе, немного. Можно еще немножко уменьшить. Вот. Примерно так. Ну и цвет. Так, из зеленого добавим деревья. Позеленее сделаем. Ну и вода тоже автоматически немножко подтянется. Или зеленая. Вот, а фиолетовый, наверное, наоборот, надо чуть приглушить. Вот. Синий. Тоже усилить. Желтый. И тоже S-образную такую сделаем кривую. Так. Так, получше. Еще немножко с цветом мы поработаем. Так. Собственно, наверное, с цветом, даже с тоном цвета. То есть можно еще контрастнее сделать небо. Более такое розовое, что ли. Потемнее нижняя часть облаков, ну, та, которая темная, а светлую часть неба, наоборот, светлее сделаем. Примерно так. Так что, наверное, шумы вылезли. Как всегда, да, шумы полезли. Чуть-чуть их уберем. Можно и профили. Только не так сильно, немного. Вот. Так лучше гораздо. Ну, собственно, наверное, все. Посмотрим фотографию до обработки.
Вот что было с довольно высветленным небом пересеченным. И вот после обработки, ну так вот, вроде получше. Всем спасибо, до свидания.